В глазах Рима мы просто дойная корова. Колония, отчисления которой в столицу, не сравнятся даже с истощением Африки в 19 веке. И снова главное требование – национальная независимость. Такой у Венецианской республики не было уже полтора века. Пускай итальянский корабль идет ко дну, но без них в Венецианте так думает уже 55% венецианцев. Мир резко меняется, и границы не на века. Остается лишь укрепить избирателей в этой мысли. Экономисты уверены, лишись Италия своих северных областей, и страна, вмиг обнищав, потянет за собой и всю Европу в хаос, в сравнении с которым греческие мелкие неурядицы. Константин Гильденсвайг, Георгий Угаров, Дмитрий Погоржельский, Берлинское бюро НТВ.